чтобы и в этом году осуществить первое посещение могилы. Петербург Коксай Кейзай форуму. Взяла курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности. Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего, самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации, и успокоились.